Собственный судебно-экспертный центр был создан в Следственном комитете России 2 года назад решением главы государства. Итоги работы и перспективы развития – тема совещания, которое провел председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин. 2 года назад ведомству пришлось доказывать необходимость собственных экспертов в штате. Но сама специфика дел, особенности работы следователей, необходимость соблюдения сроков следствия – все это доказывало. Центр Следственному комитету необходим. Нам нужны свои эксперты по основным, наиболее трудным направлениям экспертной работы. По очень сложным делам, когда дело в производстве главного следственного управления, когда большой общественный резонанс, исследование сложное, требует современного оборудования и глубокого практического теоретического подхода. За 2 года в Следственном комитете удалось создать уникальный коллектив высококвалифицированных экспертов в самых разных областях знаний. В нашем центре проводится 20 видов экспертиз, в их числе технические, экономические, молекулярно-генетические, медицинские. Многие эксперты центра, специалисты высочайшей квалификации в области строительства и экономики, сейчас трудятся на Донбассе. Проведены исследования десятков тысяч зданий, объектов инфраструктуры, установлен ущерб на сумму 687,5 миллиардов рублей. Мы поставили задачу, эксперты успешно ее выполнили. Вот установлена стоимость восстановительных работ 926,3 миллиарда рублей. То есть мы сегодня можем доложить о том, какой материальный ущерб причинен вооруженными силами Украины на территории новых субъектов Российской Федерации. 2 года работы показали и те проблемы, которые экспертам центра предстоит решать. В частности, нужно тщательно продумать тактику и стратегию назначения экспертиз. Центру необходимо сосредоточиться на проведении экспертиз высочайшей, уникальной сложности. А здесь должны быть наиболее сложные виды экспертиз. Вот мы открыли генную дактилоскопию раньше всех других. И как у нас сразу пошло раскрытие серийных убийств? Особую сложность представляет расследование ятрогенных преступлений. Медицинские экспертизы в центре проводятся только документально. Это значит, анализируются истории болезни и действия медицинских работников. Была ли допущена халатность, которая привела к самым негативным последствиям для здоровья, или действия медиков были добросовестными. На результаты комиссионных экспертиз, которые проводят другие экспертные центры, порой влияет множество самых разных обстоятельств. Поэтому эксперты, которых привлекает к работе Следственный комитет, должны быть безупречны как с точки зрения профессиональной квалификации, так и с точки зрения репутации и этики. После 3 комиссионных положенных комиссионных судебных экспертиз установили причину следственную связь. Вина врачей была доказана. На совещании заслушивались и руководители региональных филиалов судебно-экспертного центра. Они есть в 7 федеральных округах. Нагрузка на экспертов в глубинке, распределение обязанностей, квалификации специалистов в Новосибирске, Нижнем Новгороде или Екатеринбурге должны соответствовать показателям экспертов центрального аппарата. И требования, которые предъявляются к экспертизам, проведенным не в столице, не должны быть ниже. Нам необходимо равномерно по филиалам распределить экспертов. То есть в каждом федеральном округе есть особенности в расследовании тех или иных видов преступлений. И если мы вот в филиалах судебно-экспертного центра сконцентрируем тех экспертов, которые необходимы именно для того федерального округа, который они обслуживают, это будет намного эффективнее. И мне кажется, что в дальнейшем деятельности судебно-экспертного центра следует вот упор делать все-таки на развитие филиалов. Новое время требует и новых экспертиз. Остро нужны компьютерно-технические экспертизы. Здесь на помощь экспертам центра выразили готовность прийти криминалисты Главного управления криминалистики. Как воздух, необходимы эксперты в области психолингвистики. Преступления в сети интернет становятся все разнообразнее и изощреннее. Откровенная травля, особенно несовершеннолетних, подталкивание к суициду, распространение фейков, дискредитирующих фактов нуждаются в экспертной оценке и объективном заключении. С точки зрения психолого-лингвистических экспертиз, которые сейчас только государственными экспертными учреждениями, я согласен с Михаилом Анатольевичем, можно попробовать, тем более у них уже есть в штате лингвисты. Необходимо тщательно изучить отечественный рынок оборудования, технологий и программного обеспечения для экспертов. А такие есть, и они всегда останутся в арсенале экспертов. Все эти предложения получили свое оформление в виде поручений главы ведомства для дальнейшего развития судебно-экспертного центра. Надо двигаться вперед. И главная задача – вот так разместить наши силы и средства, чтобы много не тратить, но иметь хороший результат.